Цилиху Сергею Андреевичу. А на сколько по времени? На завтра, на 13:30. Хорошо. Вот. Так что пойдем. Уже знаю, что я буду с вами. Вы будете с Мамаевым Владимиром? Я говорю, да. Будете снимать? Я говорю, скорее всего, и аудиозапись обязательно. Тогда мы вас вынуждены предупредить, что мы тоже будем вести аудиозапись. Я говорю, хорошо, без проблем, меня это совсем не смущает. Вот. Ну, ради бога, как бы, пускай ведут. Так что, ну, по вопросу, значит, бездействия, да, сотрудников города, сотрудников области, отказа в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, вот, безнаказанности действий и бездействий сотрудников наших, в том числе УП номер 3. Да, я еще добавлю, некорректное поведение начальника УМВД по Мурманской области, вот этого Веселовского. Угу. Вот, так что нас завтра ждут в 13:30. Угу. Хорошо, хорошо, отлично. Все, тогда до встречи. Да, да, ну вы тоже готовьтесь там морально и что говорить там в случае чего. Ну там в процессе уже будем разбираться, что да как. Самое основное — это то, что карусели устраивают, ничего не возбуждают. Мошенники как обманывали, так и обманывают людей. Потерпевших все больше и больше, они ничего не делают. Да, все верно. Игнорируют требования прокуратуры, потому что прокуратура-то четко указывает, что делать надо. Хоть, может быть, и не жестко, но четко. Я бы так отметила этот момент. Вот, так что, ну все, до завтра. Все, до завтра. Угу. До свидания.